Имена лучших названы, престижные дипломы выданы. В Кирове подвели итоги ежегодного бизнес-конкурса «Торговая марка года». В этом году заявить о себе изъявили желание больше 200 предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. И только 60 из них получили дипломы бизнес-премии. Об историях успеха наш следующий сюжет. Более 200 руководителей различных предприятий города ждали этого момента. На протяжении последних 2 месяцев эксперты конкурса оценивали работу их организаций. И, наконец, итоги конкурса «Торговая марка года» подведены. От главы Вятской торгово-промышленной палаты Николая Липатникова всем участникам напутственные слова. Я хочу пожелать, будьте счастливы, будьте успешны, будьте всегда победителями. Удачи! Заветных дипломов престижной городской бизнес-премии удостоились в этом году 60 компаний сферы услуг, торговли и общественного питания. Причем помимо традиционных участников конкурса на сцену за наградой выходили и новички. Так город узнал, к примеру, о лучшем интернет-агентстве Кирова. За первое место в номинации интернет-агентство награждается интернет-агентство Brandmaker. Мы приняли участие в торговой марке года для того, чтобы получить стороннее мнение о нашей деятельности. И, собственно, как оказалось, оценки были положительные. Поскольку мы выходим и выводим наших клиентов на рынок за пределы региона, то есть на российский рынок, для нас очень важно как бы мнение авторитетных лиц. Победителя назвали и в номинации «Охранное предприятие». За первое место в номинации «Охранное агентство» награждается группа компаний «Легион». В конкурсе компания также участвовала впервые, а итог – победа сразу в 2 номинациях. Оценили эксперты динамичное развитие группы охранных предприятий. Помимо традиционных услуг, совместно с партнером, компания выводит на рынок сейчас автосалон премиум-класса. Так символично получилось. Нам 15 лет нашей компании и 15 лет торгово-промышленной палате этой марки года. Вот, поэтому очень приятно, очень хорошо, что нас заметили, оценили. Большое спасибо администрации города Кирова, торгово-промышленной палате. Ну, честно говоря, не ожидали, да, то есть хотели приехать поучаствовать впервые здесь, в Кирове, ну, и даже заслужили что-то, да, получили диплом. Ну, эмоции действительно переполняют. Всем огромное спасибо, организаторы просто супер. Победители названы, дипломы вручены. И уже сегодня кировчане могут ориентироваться на этот знак качества. Есть он у предприятия, значит, лучше компании этой сферы в городе не найти.